Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Улуха. Девятый день, 275 царапалок. Я забираю. Царапалки нам нужны очень сильно. Так, ну что, Безубик, давай посмотрим, принес ли ты мне... Нет, он мне принес какую-то ракушку. Эх, ну что я могу сделать? Ну, принес он мне ракушку. Ну, такова судьба, значит. Так, мы тебе, парень, разместим в ангаре. Ты пойдешь в ангар? Пошел. Ну вот и славненько, пускай в ангаре сидит. Так, ты-то у меня что там? А, ты ждешь прокачки. Понял. Древесину как насобирать, сразу тебя отправлю на прокачку. Так, давай, парень. Ну, ты-то что мне там принес? Давай, два, да? Конечно же. Конечно, ребята, он даст тебе два железа. Не более того. Два железа и все. Ладно, я пошел дальше искать. Так, эти ребята у нас по уровню получили. Так, этот рыбу принес. Давай. Так, лети за древесиной. Вес на чес, друзья мои, прокачался у меня. Я... Нифига он рыбу будет приносить у меня. Так, сколько он? 180 требует. Блин, кстати, надо его прокачивать, ребята. Надо его прокачивать. И все. Надо его прокачивать. Два раза пшикнул и... кончилась прокачка. Ладно, ничего страшного. Все равно мы насобираем рано или поздно рыбу. И я его прокачаю. Обязательно. Давай, покажи, что там у тебя в магазине есть прикольного. Да ничего. Он всегда, ребят, только за эти, за руны меняет. Вот, 15 рун. Мало, конечно. Лучше бы дал мне 1000 рун. Так, давай за рыбой. О, красавчик. Принес железо, так скажем, мне. Так, давай, дуй за рыбой. Так, этих голодранцев сейчас проверим, что они там принесут. Ну, тут шестеренки, понятно. Нападение, давай иди бесплатно на халяву. Нападай там на кого хочешь. О, здесь посмотрим, что нам дадут. Ну, что-то чуйка идет, что дадут шестеренку. Нет, дают меньше всего урон. 8. Я надеюсь, ты хотя бы свое приключение... Тютелька в тютельку он оправдал свое приключение. То есть 8 рун получили, 8 рун потратили. Здесь 7 рун нам дали. Так, брось оружие бесплатно. Брось оружие бесплатно, нормально, да? Нет, лучше бы вы заплатили, тогда бы я бросил бы его. Камни. Иди, перебирай камни. Ну что, давай посмотрим наших. Угу. Ну, как обычно, треска плюс тусклый янтарь. Зеленая смерть, вот она такая. Этот все свои листочки нам. Листочки. Всякие гнезда нам приносит. Ну, в общем, не то, что нужно. 180, да? Эть. Еще надо, ребята, 180, чтобы... чтобы он получил один левел. А у нас только 130. 155. А нам и взять-то больше неоткуда. Эту рыбу. Да ладно, рогобой, ты прокачался, а? 85 уровень, отлично. Так, секундочку, давай мы, наверное, с тобой откроем пак. И посмотрим, есть ли сегодня события. Шторморез, крылатый ужас, ловарык, водорез. Так, смотрим. О, выживание. Опа, опа, оп, оп, оп. Ребята, два события, причем они уже активны. Нам не нужно ждать ничего, просто сейчас будем их проходить. Где фонарь? Я не вижу. А, вот он. Фонарик. Спрятать от меня захотели. Так, ну что ж, давай, монеты Одина, тут все понятно. Громоль, шепот смерти, громобой. 10 рун. Забираем монеты и забираем, конечно же, пак. Громобой, костолом, громоль. 2 и 10, 12 рун. Так, здесь все. Сезонный абонемент. Давай забирать ежедневки.
И событие 150. Тих. Так, награду еще получим, да? И это царапки 500 штук. Итого у нас 3765. Неплохо, тут 250 750 и 500. Блин, надо как-то зарабатывать. Ну, время еще есть, ребят. Я вам говорю, там где-то 20 с лишним дней. Так, блестящий янтарь забрали. И еще, наверное, поставим. А в плане, мне не хватает? Видимо, да. Так, весночес. Оп. Иди тренируйся. Это он будет 109 уровнем выйдет, да? И там всего лишь 3 уровня поднять, и все, ребята, он будет на максималку. Пока на максималку. А вот тебе что надо? Ну, понятно. 144. Давай мы тебя тоже отправим тренироваться. Ну, вроде бы пока все, ребят. Я... Подожди секунду, сейчас посмотрим кое-что. Мне наборы... О! Наборы рыбы, набор древесины. Доступны. Сейчас. Блин, маловато что-то. 581. Это как-то... Это как-то слабенько. На 680... Блин, не хватает. Так, а древесину, если я, например, возьму... Давай. Сколько ты мне там дашь дерева? Блин, тоже маловато. Ну вот этого-то можно же отправить? 600... Да, нельзя. Ладно. Будем надеяться, что в событиях нам, ну, что-нибудь да выпадет. Ну что, начнем, наверное, с выживания. Ух ты, там пак. Ох, какой пак там, смотри. Да тихо ты. Блин, хочу, ребят. Хочу этот пак. Я надеюсь, мне выпадет дракон, который нарисован на этом паке. Похож на сородича Кривоклыка, но это не он. Наверняка. Ну что, тут обычно, ребята, как мы знаем, 6 волн будут бомбить без остановки. С каждым уровнем, с каждой волной уровень будет повышаться у них. Но всего лишь 3 битвы будет. Как бы кажется, 3 битвы, да, вроде бы не так много, но, честно говоря, напряжно будет. Плюс ко всему, у нас всего лишь 3 груши и 5 прилив сил. Так что надо будет очень-очень экономно все это проходить. Ну, допустим. Само собой, начинаем мы с шепота смерти, чтобы он тут не буянил слишком сильно. Ага, Костолом тут решил себе укрепить, как я смотрю. Да укреплялся. Третья волна. Пока все идет легко, так как противники слабые на данный момент. Но все изменится буквально после 4-го этапа. Когда прибавится к ним еще и третий дракон. Там уже будет, ребят, вообще не до веселухи. Так, ну давай сюда бомбанем. Ау, надо было, блин, понижение брони сделать. Заглупил, ладно, ничего страшного. Пробивай его. Так, на 4-й волне у них прибавляется водорез. Мы можем, конечно, хильнуться. Но пока не будем. Подождем, когда они нанесут побольше урона. Чтобы наша хилочка, как говорится, впустую не улетела. Ну, добивай. Так, отлично. Здесь можно уже и залечить раны. Водорез кого-то блокировать собрался. Барсика нашего. Ну, отлично. Мы все равно барсиком не пользуемся никакими суперударами, да? Мы в основном только вот двойной атакой, и все. Да ты заколебал, а? И опять в барсика. Станет его. Ну, не станет, а печатает. Ну, давай, добивай его. Ну что, пятая... Блин, пятая волна.
Само собой, нам нужно как можно быстрее сейчас залечить раны. Потому что Барсик в критичной ситуации был. В адрес люто ненавидит Барсика, я смотрю. Вот просто ненавидит. Все что-то против него, ребята, озлоблились. Даже этот охламон, а? Еще есть под усиленной атакой. Ну, вы уж извините, ребят, придется, наверное. Хотя, подожди, нет, не придется. Да и... Я же хотел отменить, ну, блин. Ладно, что сделано, то сделано. Блин, это сейчас будет бомбить-то. Больно. Залечиваем раны. Блин, я думал, водореза запечатаем, а фиг там. Ну что, давай, делай свой удар. Ну, кривоклык-то, как они одного с ним поля ягодки, особо много урона не получил. А вот здесь, да, здесь, конечно, ощутимо, ребята. Вжарил он. Давай-ка так сделаем, наверное. Промахнулся. Понизил броню. Так, не вздумай его кусать. Ой, ой-ой-ой. Тут, ребят, придется вот так вот делать. Да что? Давай. Блин, они сейчас вдвоем сходят. Этот просто ударит, а этот сделает суперудар свой, да? Ну, конечно же, блин. Повезло-то тебе как кривоклык. Если бы это было бы по Барсику или по этому, я думаю, что все тут распластались бы наши ребята. Я офигею, уже две этих... Две груши мы потратили. Это только первый поединок. А впереди еще два. Ну. Так, добили. Здесь броню понизили и добиваем, наверное. Все. Первые прошли. Давай посмотрим, что нам выпадет из рулетки. Опа, плод мудрости. Это, ребят, неспроста. К чему-то нас там подготавливает. Ладно. Содержит элитных. Так, шторморез, громыль, ужасное чудовище, злобный змеевик, экзотический шепот смерти. Барсик выпал. Раз, это у нас второй поединок, и вот здесь будет, ребята, третий. После второго поединка у нас идет 250 рун плюс 2 светлых янтаря. Че, музыку забрали всю? Молодцы. Как всегда, все вовремя делаете. Без музыки. У нас две поговорки, да, есть? Темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи. А про музыку. Включите свет, дышать темно и воздуха не видно. Так, давай сделаем так. Давай-ка здесь бомбанем. Или это, да? Плыл по озеру кирпич, деревянный, как стекло. Ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт. Это детские, ребят, такие приколюшки. С моего детства. Вообще музыка, даже ударов исчезла, все. Хоть иди и сам тут песню запевай. Так, ладно, сейчас мы с этим разберемся. Этому главное не дать, ребята. А как ты не дашь? У него три энергии, все сейчас сделает эту смуту свою. Ага, нет, не стал он делать. Или у него на четырех энергии, я не помню, честно говоря. Три энергии или четыре. Я знаю, что вот этот на трех энергиях, по-моему, делает всякие гадости, пакости. Сейчас мы его добьем. Кривоклык его лично уничтожит. Раз, два. И тут вот легко ребята разбираются, потому что они, ну, сам видишь, они слабенькие здесь. И пока их было двое. Вот, вот, дождались, блин. Супостат явился. Вот он нужен мне, вот скажи мне, на милость, здесь. Конечно, нет. Начинается, короче, разбор полетов, блин.
будет сюда бомбашить, да? Он же у нас огнем стреляет, насколько я помню. Очень злобный такой типок. Он не угомонится. Этот хмыреныш, он не угомонится. Он хочет добить меня, Штормориза. А это еще и понизил атаку. Ладно, мы сейчас лечим раны. Лечим раны и уничтожаем. Это у нас четвертая волна. Получается, еще две впереди. Но я думаю, что должны выстоять. Так, придется вот так бомбить. Хотел укусом, думал, но вещь не получается. Что ты там крякаешь? Понижаем броню срочно. Так, раз, два, потом. Так, куда это? Не, если, блин, тут надо, ребят, что тогда делать? Ладно, я перестрахуюсь. Я не знаю, куда этот будет бомбить. Чудило. Пламенем все-таки, да? Все-таки он пламенем бомбанул. И этот на понижение брони действует. Не жарь сюда, пожалуйста, только. Фух, лучше так. Лучше пускай он сделает так, чем он бомбанул бы в барсика, у которого пониженная броня, и, соответственно, он бы его тут, наверное, скорее всего, ушатал бы сразу же. А волна, как ты видишь, еще не последняя далеко. Так, фулл хп делаем. Блин, как он бомбит, а, по нему? Один плевок, все, ребята, почти пол хп отнимает. Ну, что это за дела? Последняя волна. Естественно, они еще стали жестче, еще сильнее. И барсику достанется сейчас. Конечно, барсику. Кому может еще, ребят, достаться здесь? Раз, два. Блин, ушатает барсика. Вот я тебе говорю, если я сейчас не залечусь, они просто его уничтожат. В два смычка, блин. Че-то не пойму я их. То они барсика бомбят, то переключаются на кривоклыка. Вот как ты мне это объяснишь? У меня нет, ребята, этому объяснения. То есть это получается чисто рандом. Ну, давай. Давай еще уничтожь мне, пожалуйста, блин, кривоклыка. Блин, ребят, я не понимаю их вот этой вот... Ну ладно, я думаю, что все-таки мы здесь сможем, мы справимся, добьем их всех. Ну, конечно, вот это, что вот взяли кривоклыка, добили. То одного вначале мне бомбят, потом переключается на другого. Чисто рандом. Нету тут никакой последовательности. Сейчас что-то сделает, да? Нет? Почему-то он не делает суперудары свои. Все, вторая волна пройдена. Давай-ка крутанем колесо и заберем древесину. Кстати, древесина у нас стала 750 лямов. Светлый янтарь забрали. И 250 рун тоже забрали. Итого у нас 1500 рун. Так, секунду, ребят, я пойду. А, древесину мне не забрать. Я, кстати, этого-то не отправил. Твою же налево забыл. Давай, родной. Так, подожди. Погоди-ка, или нам лучше... Давай-ка мы, наверное, отправим на прокачку. Где у меня этот... мой элитник? Вот он. Пускай идет, качается. Вздыхая на ходу. Этого отправим. Этого. Так, ну, нюхохвата я не хочу никуда отправлять. Перебьется. Все, академка забита. Туманная напасть, шокохват. Шокохват. Так, требования для улучшения. Ага, понял. Оборонного уха дракона быстрее перемещается по полю боя. Это на обороне олуха. По полю боя быстрее перемещается. Но в принципе, ребят, можно улучшить.
Потому что ты же видел на поле боя, мы там как эти летаем. Как полуживые. Пим-пим-пим-пим. Поэтому думаю, да, это будет неплохо. Ну все, пошел я тогда дальше добивать это событие. Тут осталось, ребята, последнее это. Возможно, нам придется с тобой покупать даже груши. Возможно, есть такой, ребята, вариант. Если у нас пойдут дела очень плохо, потому что груш нету, прилив сил у нас всего 5 штук. На приливах мы далеко не уедем, сам понимаешь. Так, костолом. А, это красный. Красный это, блин. Красный это плохо. Красный это плохо. На тебе. Ну тут нормально все. Первая волна, все четенько. Так, ну раз здесь красный у нас, естественно, надо его уничтожить, потому что с этим громолем, с зеленью мы будем уже позже драться. Вот, понизим ему броню, и теперь будем его кромсать. Такие стоят, эй, пальчиками там показывают, эй, давай, давай, бомби. Болельщики такие. Так, опять начинаем с этого. Ну тут быстро, быстро. До четвертой волны, ребят, буквально там бои идут 10-20 секунд. А вот уже после начинается, конечно, тягомотина. Во-первых, это больше становится на одного дракона. Да и уровень уже такой становится не совсем детский. 16, 17, 18. Так, тут тройной удар. Блин, может быть, надо было. Наверное, надо было с тройного удара начинать-то все-таки. А? Сейчас сделаю роковую ошибку, как всегда. Не трогай барсика мне. Вот, правильно, там лучше пошлись где-нибудь. Ага. Сейчас попробуем их сразу всех тут. Так, а тройной удар сейчас... Нет, не делает ничего. Он на 5 энергии, а это фаербол запустит. Мощный фаербол у него, очень, ребята, мощный. Это на его-то уровне уже сколько наносит урона. А еще две волны впереди. Вот представляешь, когда он на последней волне свой фаербол это запускает, сколько он будет наносить урона. Если, не дай бог, ты какой-нибудь покромсанный, то все. Сразу кирдычок. Так, предпоследняя волна. Я, наверное, все-таки начну с тройного удара. Фиг с ним. С этим костоломом. Не будем подвергать себе никаких рисков. Уйди, уйди, проказа. Молодец, вот промахивайся почаще. Но он усилился себя. Блин, он себя усилил. Эх, сейчас будет жарить. Ну вот. И это еще фаербол, да? Нет? Хорошо, что ты не стал делать никакого фаербола. Замечательно. Гуд. Сейчас бомбанет. Ауч. Как это неприятно, а? Как-то неприятно, но думаю, что все, ребята. Эту волну мы пройдем. Последнюю надо будет еще продержаться. Каким-то, блин, чудом. Давай, 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 есть. Последняя волна. Погнали. Раз, два. Так, лечимся полностью, чтобы фул хп было. Раз, два. Успокойся. Да уж. Успокоишь ты этого хламона. Так, ну что, наверное, костолома в первую очередь. Этим уже займемся позже. Промахнулся, отлично. Отлично, ребят. Кривоклык, ты сможешь его добить? На пониженной броне. Нет, ты оставил ему чуть-чуть здоровья. Ну какого лешего ты, блин.
Этот сейчас... А, нет, фаербола не будет. Ху! Он потратил сейчас только что энергию. Фаербола не будет. Сказал я. На тебе. Ну, это тогда не было. Сейчас, наверное, будет, да? Нет. Не делает он ничего, ребята. Это хорошо. Это хорошо, потому что мы с тобой события... Ну, пройдем, пройдем. Однозначно. И получим нашу сладкую награду. Рыба. Точно. 187 миллионов рыбы нам выпало. Ну, забираем наш пак. Давай, 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 давай. Не стесняйся, забирай его. Так, он пошел нам на почту. Так, эта серия испытаний завершена. Не упустите последнюю возможность закончить битву и получить награду. Уверен, что хотите? Нет. Не упустите последнюю возможность закончить битву и получить награду. Уверен, что хотите уйти? Чего он забрать-то? Я не пойму, да? Вот моя награда. Чего они там втирают мне? Ужасное чудовище, набор. Ох ты, 500 рун, ребята. 80 железа. Еще 40 железа. Эпическая заколка. Кривозуб. Опа, на. Ребята, а кривозуба-то у меня и не было. Новинка уникальная. Разместить. Жалко, он сюда не помещается. Вот так-то. У меня, ребята, появился кривозубик. Я очень доволен. Пускай это, конечно, не эпик, но... Точнее, это эпик. Это не легенда, это эпик. Отлично. Так, но у нас еще одно событие впереди. Так что, ребята, расслабляться рано. Стремительные против свирепых. 300 царапалок, да, у нас там накануне. Погнали. Стремительный против свирепых. То есть... В плане... Я не вижу тут никаких стремительных и свирепых. Не вижу тут стражей. Вот что-то ребятули тут, по-моему, попутали. Чуть-чуть. Ладно, фиг с вами. Фаербол запустит. Ага, он решил хильнуть. Ну ладно, пускай лучше хиляет. Пим-пим. А, он себе еще и защиту поставил. Никакой защиты, парень. Ты уж извини. Так надо, ничего личного. Бизнес есть бизнес. Хобаная. Раз, два. Музыка опять исчезла. Все абсолютно. Так, ну что, будешь хилять себе? Нет. Две волны здесь. Этого даже трогать пока не хочу. Что-то они, по-моему, ребята, здесь действительно попутали маленько. Должны быть свирепые против хитрых. А почему-то здесь у нас стражи. Может быть, на второй волне что-то поменяется. Посмотрим. Так, укусик. Это же сородич лаварыга, да? Я уж, насколько помню еще. Правда, забыл, как его увеличать. Ну, в общем, победа. Ну что, забираем древесины чуть-чуть. И забираем наш пак. Вот таким вот образом. Дай-ка я открою. Монета Одина. Шторморез, древоруб, алая плеть. И рыбу. А, рыбу, подожди. Рыбу у нас полностью, да, получается. Значит, вернуть и отправить. Вот так вот мы сделаем. Так, беззубик пока у меня здесь на месте. Мы хотели, знаешь, что сделать? Мы же хотели... Да не хочу ее улучшать. Хочу начать. Ох, так, посмотрим, получится ли у меня здесь справиться.
Чего опять-то? Осталось один... Блин, я не понимаю, это потому, что у меня сейчас идет улучшение? Я поставил на улучшение, да, скорость драконов, поэтому, блин, мне приходится переждать. Твою налево. Кстати, а что это я этого-то не отправил? Конечно, лети, родной, лети. Все как-то через одно место, блин. Только собираешься сделать, какие-то препятствия у тебя появляются. Так, ладно, две волны. Не, ребята, это явно не свирепые. Ну, вот что хочешь говори, но это не свирепые. Это стражи. Может быть, слушай, может быть нам лучше взять, раз тут будут вот эти зеленухи, может быть нам взять с тобой свирепых чуваков. То есть вот один есть кривоклык. Посмотри там, кто у нас еще есть. Нам будет так просто намного быстрее. У нас преимущество будет классовое, и мы их быстрее будем разбирать всех. И получать как можно меньше урона от них. Секьюшь, да? О чем я? Например, того же самого хотя бы Барсика. Если штормореза убирать, ну как бы критично, потому что он у нас все-таки хил, то Барсика вполне можно было бы заменить. На того же самого Скалотряса хотя бы. Я не вижу никаких препятствий к этому. Так, ладно, что ты там собрался бомбить? Так, и добиваем. Слушай, давай-ка я действительно гляну, наверное, сейчас. Раз такая пляска здесь пошла, нет смысла нам иметь, тем более, столько этих хитрых. Так, здесь удар, и, наверное, хильнемся. Так, он, по-моему, на трех не делает фаербол. Как раз-то он делает на трех энергиях фаербол. А там он почему-то не стал этого делать. В испытании на выживание. Но это его дело. 150 миллионов древесины получили. Так, плюс еще забираем 150 рун. Эй-эй-эй-эй-эй. Забрать, конечно же. Так, руны забрали. И вот у нас идет поединок. Ради двух светлых янтарей. Но сейчас я все... Блин, я же хотел Барсика... Твою налево, блин. Хотел же Барсика поменять. Ай, ладно. Сколько тут? Тут две волны по-прежнему. Ну, две волны, ребята, это хорошо. Особо сильно не устаешь, да, как говорится. На трех энергиях. Он, по-моему, на четыре... А, нет, на трех. На трех он глушит. Все, я понял. Куда? Сюда? Нет. Он пошел в другую сторону. Ладно, с этим покончили. Отошел, да? Я смотрю на этого костолома и думаю, как он вообще живет? Одни кости да кожа. Ну, согласись. Так, это только первая волна у нас, да, получается? На второй... Опа! Уже по три. Уже их по три, ребята. Так, рогобой тут выпендривается. Костолом и громобой. Наверное, сейчас сделает свою атаку. Да. Ультру свою все-таки сделал. И запечатал меня еще при всем при этом. Нет уж. Никакой печати тебе не дам. Чтобы он мне еще бомбанул моего, как говорится, передового бойца. Не бывать этому. Давай, Барсик, атакуем здесь. Также понижаем броню. 441 атаку наносит наш кривоклык. По стражам, по этим. Ну что, добьем. Теперь понижаем защиту. Так, сейчас, наверное, будет... Он бежит или огнем? Бежит. Давай залечим. Мы своих, как говорится, не бросаем, да?
Опа, 112 миллионов рыбы. Так, два светлых янтаря забираем. Так, и теперь, как я и хотел, меняем. Во-первых, надо глянуть. Вот, хлысторез, например, у нас есть. Очень даже неплохой. Вот, наверное, мы его и возьмем. Вот так вот, вместо барсика. Стальной пещерный скалотряс. Ну, это маленький уровень. О, у нас, кстати, ящейка есть тоже. Так, 988 здоровья. А у тебя сколько? 988. Атака 70. А у тебя? Атака 70. Скорость 70. Повышает силу атаки всех свирепых драконов. Два поворота 30%. Союзники могут использовать любую способность в течение одного хода. Чё себе. Так. Ускоряет этого дракона. Я, наверное, холостореза все-таки ставлю, ребята. Так, прогрузилась или нет, я не пойму. Да, прогрузилась. Ну что, сейчас будем смотреть. 13 уровень, правда, но... Пипец, конечно. 13 уровень. Так, не попал. Так, это он себе пробафает, да? Сейчас будем смотреть, как у нас тут все это будет получаться. Раз. Слушай, хорошо он кусает, на самом деле. Если мы еще... Если бы у него брони бы не было бы сейчас, да, вот с пониженной броней, мы бы его сейчас давно бы раскатали бы просто-напросто. Вот что я тебе могу сказать. Куда ты, куда ты, куда ты бежишь? Блин. Что-то мне не нравится вот это вот. Неужели они сейчас... Раз, два. Ребят, придется, наверное... Твою налево. Необходимость это просто была. Просто, ребята, необходимость. Ты что, ты два раза-то пшикаешь? Все. Пшик завис. Огненный. Не, давай просто укусим. Так, еще раз укусим. И добиваем. Так, первая волна пройдена. Знаешь, в чем здесь как бы проблема? Проблема вот именно в нем. Он как бы... Они бьют все время мне, моего шармореза, пытаются его уничтожить. А он совсем к этому не готов. Надо было, наверное, его менять, да? Но тогда бы мы остались без хила. Без хила, ребят, ну здесь вообще не вариант, честно говоря, быть. Раз, два, три, они сейчас втроем тут сходят. Ё-моё. Добьют, видимо, штормореза там мне сейчас. Допустим, сделаем так. Сюда. И вот сейчас, как раз уничтожат. Но потом я буду их кромсать тогда, налево и направо. Поехали. Чё ты делаешь-то, а? Давай, суператака, с разбега. Он специально, ребята, не стал делать, блин, чепушило несчастное. Он должен был сделать суперудар, но он его не стал делать. Спецом причем, а? Нет, мне не нравится хлысторез. Он тратит ход, чтобы себя пробафать. Нет, не то это. Не такого эффекта я хотел. Конечно, он потом бомбит неплохо. Но целый ход пропускает. Это не мой вариант, ребят. Так, рыбешка опять выпадает нам.
Ну что же, идем на последний поединок. Дай-ка я все-таки уберу хлыстореза и поставлю. Попробуем через ищейку поиграть. Так, две волны. Начинается сразу же с мини-боссов, как мы видим. Сразу в атаку пошли, да? Сразу они пошли в атаку. Но, по идее, нам бы как бы... Вот его уничтожить надо. Желательно бы в первую очередь. Потому что если он сейчас начнет бафать, а он начнет бафать. 100% тебе говорю. Плевок. Давай, наверное, здесь сделаем укус, потому что все равно нам сейчас хиляться. Этого добьем. То, что у него обычный удар наносит урон всем, это, конечно, круто, прикольно. Вот то, что вот здесь вот у нас творится, это вообще не круто и не прикольно. Повышает атаку всех свирепых драконов на... Нет. Нет, я не буду. Давай просто... Просто, говорю, атаковать, блин. Промахнулся, отлично. Значит, мы хильнемся. Есть контакт. Добили. Ну, куда ты сейчас будешь разбег делать свой? Не стал. Сейчас мы вот так запинаем слегонцушки. Ну что, последняя волна. Кто у нас там? О, хлысторез, ребята. Собственно, блин, персоны тут хлысторез у нас стоит. Причем этот красного, да, сюда вот, ну, свирепого. Понятное дело, на самого слабенького попер. Ладно, мы сейчас будем лечиться опять же. Давай, давай хилочку мне. Так. Так. Раз, два, три. Блин, сейчас они втроем. Неужели Масуху? Ух, блин, ребята, вжарил-то как, а. Только не добивай, пожалуйста. Ну, минус один, отлично, ребята, минус один. Кусаем. Так, что он там сейчас будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, он себе ускорение сделал плюс... Блин. Ну, это будет беда сейчас. Смотри, сколько отнимать здоровья. И опять сейчас будет, да, ходить? Нет, я вот так вот сделаю. Если он, ребята, под этим усилением сделает свою массовую атаку, то все, это будет кранты. Поверь мне, это будут кранты, ребят. Че, как это работает вообще? Во! Вот оно, наше спасение, ребята. Вот это наше спасение. Видишь, что он сделал? Ох, сейчас бы он влепил бы. Это был бы, конечно, трэш полный. На тебе. Ну все, ребята, он не жилец, так скажем. Нам плевать, что там себе бафаешь, не бафаешь. Все, ребят, событие пройдено. Крутим колесо. Забираем древесину и забираем наши 300 царапалок. Честно заслуженных. Есть. Ну что, неплохо, ребята, два события. У нас, как всегда, то ни одного, то сразу куча. И отправляем нашего беззубика, соответственно, на поиски. Блин, тут одних четок не хватает. Шлемы эти искать. 300 раз, 300 лет будем искать. Зато получим награду. Один блестящий янтарь. Все. Ну что, ребята, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.